ненависть в Лас-Вегасе. Персонаж Рауль Дюк. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 банок мощнейшей кислоты, полсалонки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А еще литр текилы, литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и 2 дюжины рыбы. Не то чтобы все это было в поездке, но раз уж начал коллекционировать наркоту, то иди в своем увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило, это эфир. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в эфирном затворе. И я знал, что довольно скоро мы в это окунемся. Провожаем бурными овациями участника.